Ёшкин ты кот, прямо не картошка, а счастье какое-то. Такой картошки и мясо позавидует. Шикардос. Марат, где нарулил? Эх ты! Надо не забыть бабе Кате позвонить, чтобы передала там привет всем на картошке. Я даже сорта не спрашиваю, я просто говорю, для чего мне надо. Там... Слышишь? Откуда звук? Ёшкин откуда звук? Ты что ли там уже, блин, думаю, долбишь? Ай-яй-яй, друзья, всем привет, с вами Детский Репован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Марат, танго. Всем шалом. Ага. Явился, ёшкин ты кот, ага, на гуся пришел. Сегодня надо говорить бонжур. Бонжур. У вас французское блюдо? Как ребята, называется? Сядьте аккуратненько, потому что может подкосить елки-палки. Высокая, французская, домашняя, липованская еврейская кухня. Жотен будем готовить. Ой, жопен, как? Гратен. Гратен, гратен, чтобы он был здоров. Короче. Гратен, гратенов бывает много. У нас сегодня гратен дофиноа. Ёпарасы. Катя, у меня аж только что фибры зачесались, но не к тебе, а именно к нему. Ах, как не сказал. Бойтесь, просто запеканка картофельная. Не, давай лучше вот то первое. Гратен дофиноа. Дофиноа. Боже мой. Я теперь понимаю, почему именно французский вот такой именно для любви. Язык для любви, елки-палки. Так что, ребята, сегодня будем язык использовать по полной программе. Да, лохматить будем языком картошку. Ну, а я пока руками поработаю. Маратик, так я пока тут буду тихо чухать, расскажи людям, потому что я сегодня планирую помолчать. Я вчера наговорился на 2 дня вперед, так что сегодня твой выход, родненький. Гутаришь сегодня только ты, а я буду картошечкой заниматься. Ребят, главная нарезка картошки, она должна быть не больше 3 миллиметров, в идеале 2 миллиметра толщиной, слайсики. У кого нету таких терок, как у нас, звоните Сергею на привоз. Можно потихонечку постараться ножом также. Главное, чтобы они были одинаковые, стараться. Это раз. Значит, у нас будет сегодня 2 сыра. Мы используем 1 твердых сортов, любой сыр, он пойдет между картошками. И сверху у нас будет полутвердый сыр. Чтобы запеклось, да? Чтобы сверху дать корочку, это уже когда картошка будет готова. Готовить будем в духовке, 150-160 градусов с конвекцией. Кто спешит сильно, кто спешит, можно 180 градусов 45-50 минут, но французы вас не поймут. Мы с Сережей поймем. Мы постараемся сегодня... А уж я как пойму, Марат, я и 200 бы поставила. Мы уважим сегодня французов, я поставлю на 160, час 20... Ага. Не, я не вообще мне. Как раз за это время мы приготовим ножки куриные. Еще и это будет. Ёханый бабай. О, это мое любимое. Не, я так думал. Что нам торопиться, меня нет. Время вообще не пугает. Я домашний человек, а когда есть свободно, я иду. На гимнастику надо? Я иду в огороде что-то делаю. Марат. Я хотел сказать за другое. Ты говоришь, сегодня будем готовить в духовке. Мараджан, теперь мы будем готовить только в духовке, потому что. У Катюни случилась вытяжка. Ты шо насосет? Каждая позавидует. Или каждый француз. Повар позавидует. Ароматов шикарных. Не, они будут теперь на районе, елки-палки. Так, Марат, а что вы ничего не делаете? Давайте что-то... А я жду картошку. Хорошо. Мне нечего делать. Ну, отрежьте хоть кусочек сыра мне тогда. Пожалуйста. Давайте. Только Сережка мне не дал нож. А вон лежит какой-то. Васильича поломанный. На реставрацию. Что тебе дать? Именно специально для сыра? Ну вот возьми вот эта пилочка, он лучше всего подходит. Да. Сиреторный нож, он в принципе и для... Слушай, кусочек. Так он и для багета французского подходит. И для сыра нашего староказачьего подходит. Та пленку раздень, не стесняйся, что ты как это, ну елки-палки. Я хотел помолчать. Кстати, тоже у Сереги на привозе. Так, больше не дам. Не, ну подождите, что вы мне отрезали? Еще на хотя бы 3 тоненьких слайсика. Марат, корми ее, не жадничай. Ты что, нам оператор нужен? Что, вам сыра жалко, Марат? Все для рецепта. Не-не, ну, какая дырка. Сыра вполне предостаточно. Спасибо. Сыр на самом деле. Угощайтесь. Артем, спасибо огромное. Артем и Светочка, спасибо огромное за сыр. Вы староказацкий, блин, прям рядом. Староказачий, елки-палки. Хорошо, тогда отрежь ей второго.
Это какой, полутвердый? Это твердый. А то полумягкий? Полутвердый. Полу, елки-палки. Короче, полу. Отрежь и Катюшки того. Отрезаю. И самое главное, чтобы Миланюшке осталось. Потому что она у нас... Бедняжка без сыра мается. Да, просыпается с утра к холодильнику. Да, я свидетель, да. Когда я ночевал здесь, она меня прям туда вела. Я тоже не сразу понял. Я подумал, что может, что она там хочет, елки-палки, там капустину там подержать, или может там лето ей приготовить. А потом поняли. Сири на самом деле. Бесподобно. У меня случилось так, что я проработал в магазине, где только сыры были какой-то период времени. Я знаю все вот эти вот голландские, английские, швейцарские, ну какие есть в мире. Итальянские. Больше 380 видов сыров мы продавали в одном магазине. Ладно, ну у нас там было все, кроме нашей болгарской брынзы, елки-палки. Но эти со староказачьего вообще не уступают по качеству, ребят. Честно вам скажу. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто удивлен. Имею огромную гордость. Сделано в Украине. Такое слышать, да. Очень, очень круто. Молодцы. Люблю тебя. И тебя. О, хорошая вещь. И я тебя, Сережа. Слава Богу. Ну и я. Такого же мнения. Банат, короче, что мы ее там очень замачиваем с поласковыми или сухая? Не-не-не. Конечно, зависит от сорта картошки, но вот эту картошку, тут именно такой вариант, что не надо вот, когда мы ее нарежем, не надо опускать ее в воду, сразу укладывайте. Нам этот крахмал нужен для того, чтобы затыкалась лучше. Я вот за это хотел сказать. Сорт сортом, она вся крахмальная, да, больше-меньше. А нам надо именно чисто по рецепту французскому. Да, обычно не замачивают картошку. Чтобы какой-то мюсье французский Жопен. Это не чипс, ничего нам сказал, не нужно. Ребята, вы делаете таки правильно. А, что ты говоришь, ну дай потрогаю. А ну стой, 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 стой. Ай-яй-яй-яй-яй. Я на съемках, я баллотируюсь. Вот, Марат. Так, ладно, шо? Я перезвоню. Не кричи, сейчас и Миланя узнает, что ты перезвонишь. Спокойно, елки-палки. Он так говорит, что аж в Израиль слышно. Я думаю, Игорь, ты можешь ему не звонить, он просто тебе там отсюда. Игорь, я перезвоню. Эх ты. А потому что бас-тембр у него или что там. Эх ты, Юрочка, капусточка. Боже мой, как вкусно. Марат Джан. Шо, моё любимое? Ох, вы тут сыры накрошили. Молодцы большие. Серёга, родненький. Вот то, что Марат там говорил, у вас там дома ножом, да вряд ли у вас такое получится, даже если у вас будет сумасшедший хороший нож. Потому что... Не, ну, конечно, не серейтерный этот маленький. Нет, я... Как это? А совсем... я только что отрезала... Совсем какой-то... недавно, да, выкупил вот это вот волнистое настроение ножа. Шедевр. Шо хлеб, шо это, шо третье, десятое. Короче, как она нам должна быть? Вот так вот или по ширине красиво? Вот так. Вот так вот? Да. Мне просто надо знать, как загнать вилку. Потому что руки мне мои пригодятся. Ну что, начинается мэджик. Ребята, засекайте время. Ты Баша творит? Не я, а этот. У тебя есть? А, хотя у меня где-то есть микрометр, мне Серега дарил. Вот сколько это? Здесь 1.5 миллиметра где-то. Шедевр такой, и вся одинаковая, Марат. Шикардос. Так, хвостики я потом бахну. Просто удивительные движения. Загоняем. А звук какой? Туда-сюда, да? Туда-сюда. Приятный. И руки в безопасности. И картошка идеальная. Точно опять этот, как это, высокий ресторанный домашний уровень. Исполняем. Дай попробовать. Миланя плачет. О, Миланька проснулась, елки-палки. Все, я сейчас схожу. Привезу ребенка. Пожаловать. В ресторан французской кухни. Ёшкин кот. Что, не? Уснул ребенок. Что, не? Не хочет еще поспать? Кать, ты время видела уже, елки-палки? Ну что, без 10-12. Нормально все. Я говорю, уснул ребенок в липованском настроении.
а проснулся в французском. Да. Марат, отрезайте кусочек сыра. Уже. Та-да-да-дан-да-дан. Доброе Опа. Утро, красота. Гюльчатай. Салют. Как дела? И что, чтобы у тебя как Буратино сейчас не было, что рот закрыт, а тебя кормят. Как дела? И что? Миланя. Да сейчас будет лучше. Что-то да? Она еще не проснулась, сидит. Серьезно? Бубырчиком. Сыр, что Мараджан тебе нашел? Староказачий. Сыр любимый. Вкусный, да? Я еще не проснулась, а вы мне сыр пихаете, скажи. Дай. Держи в ручку. Вкусненький. Держи, моя хорошая. Держи, кушай. Ай, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Все, пошли домой. Свистать всех. О, теперь наконец-то же можно дать полноценную... Самый приятный звук из этой рынды. Шо? Идем дома сыр будешь кушать. С Елисейкой поделишься. Светочку угостишь. А котам не давай, у них свое. О, так ты что, уже чищенный сразу бьешь? Обалдеть. Красиво. Ты баб Кате забыл позвонить. Вот, запорол. Ну, мы же еще не закончили. Я не мог забыть, просто еще не время. Я пробовал ваш подарок. Шо-шо? Чеснокодавилку. Шикарная. Да? Лучшая в моей жизни. Спасибо. Серьезно? Да, ты шо? Очень классная. Просто обалденная. Я, ну, честно говоря, в шоке. Ну? По крайней мере, пока работает. Не, ну да, хорошая, крепкая, красивая, я бы сказал, что. Что-то может быть не то. Ладно, чтобы... Да. Ломается быстро, знаешь. Вот ну, ну, это знаю. Ух, и картошки получилось. Так, чтоб мне это пока не надо. Сюда. Марат, давай уже этот... Ты можешь смазать... Хорошо. Ну, идеал. Ну, согласен. Прямо аж... Фу-ру-ру. Чипсы. Ляп, лейс. Отдыхают. Принглс. Ну, или это... Обалдеть, 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 обалдеть. Не могу нарадоваться. Скажи, и что, каждую надо поштучно будет брать? Пинцетиком, как французы? Нет, нет, нет. Просто, просто по-нормальному? Да. Я тебе сказал, запеканка. Так, что? Достаем твою емкость. Марат из дыму принес. С Израиля. Чистая? Вижу, чистая. Что ты решил надо сделать? Маслом сливочным? Смазать, да. Чуть-чуть. Сколько? Вот легонечко смазать просто стенки и по краям, и внутри. Ага. Легонечко это как раз... Про него. Про меня, да. Не, ну мажется шикарно. Масло в твоем случае имеет важность, какой процент жирности, или даже можно маргарин? Не, абсолютно, я думаю, не имеет. Это просто, чтобы не приклеилось, не подгорело немножко там это самое. Потому что сейчас пойдет сразу картошечка. А французы бы сказали, месье, вы ошибаетесь. Масло должно быть с фермы Ла Шато. Правильно, 82,5. Да, а в нашем случае масло с провинции... Лошато старая казачья. Лошато. И шо? Шо лошато? Все, укладывай прям в хороший слой. Картошечки? Картошечки. Ну. Блин, ну я бы такой, что прямо поигрался, по одной бы повыкладывал. Это лишнее. Поиграйся. Катя, это не лишнее, это... Это приятно. Играться? Ну да, вот так вот, а шо, блин, ну я бы мог вывалить сейчас вот так вот все. Правильно, это. Правильно, и так вот. Таня, ну слава богу, что ты не готовишь, потому что... Слава богу, да? Я бы вряд ли ел. А раньше ел и молчал. Так я просто не знал, как ты это делаешь. А сейчас ты, спасибо, все карты открыла. Тебе не стыдно? Тебе все время хочется мне, вот как это, на публику сделать, как будто бы я такая страшная. Готовить не умею, жирная, 150 килограмм. Сереженька, а где соль? В одном месте. Вот там, Маратик. Там, где и была. Первый слой достаточно? Я думаю, мы сделаем всего два, так что... Как? Давай три.
Не-не, половину картошки. Подожди, я ее присолю. Давай. Хорошо, вы так добряче присолили, Марат. Не-не, наоборот, я стараюсь не сильно солить, потому что сыр у нас все-таки какой не есть, он все равно содержит соль. Так, а сейчас не надо сыр? Ну, это было добряче. И сейчас надо, знаешь что, мускатный орешек я там принес. Угу. Сереженька. И да не, что? Так мне кажется, ты торопишься. Чего вдруг? Вот этого достаточно для первого слоя. Чего вдруг я тороплюсь, Катюша? Зато красиво. Сейчас я хочу еще так, чтобы по краям было везде. Еще капельку. Да не надо, оставь ты, елки-палки. Мы же на самом деле не чипсы готовим. Ну да не надо, но соли будет много. Не переживай. Сыр сразу идет твердый или мускатный орех, ты говоришь? Мускатный орех. Так, а мускатик я вот на ту терочку потру. Да, да, да. Если не ошибаюсь, тоже. Очень аккуратно. Тоже французская. Переборщишь, будет все, блюдо пропало. Я делаю, а ты смотри. Да, еще чуть-чуть. Все, Сережа? Да, его много нельзя. Очень хороший вещь. Смотри какой, а? Красавец. Согласен. А теперь, запахло а как? А теперь твоя гордость. Сиди в свой огород и буквально пару листиков розмарина. Даже не веточку, а именно листиков? Именно пару розмарина. Так веточек или листиков? Листиков. Марат, а парочку ты что? На два раза возьми. Сейчас 3-4. Ну, в моем понимании пара это 4. Сколько одну надо? Одну веточку. Ну, одну веточку сорви, да и нам хватит. Вот ты говоришь загадочно. Небольшую. Парочку листиков, потом не одну веточку, потом больше, чем 4, потом по итогу одну веточку, елки-палки. Скажи, принеси одну веточку, так я быстренько сходю. Ты видела? А? Как она растет зимой шикарно. Боже мой. А что я стою? Откуда я знаю? Это надо мне добавлять? Да. Прям вот 5-6 веточек этого достаточно. Переборщить не надо. Марат, листиков. Листиков, да. Слава богу, то я уже хотел опять бежать за веточками, думаю. Я же вроде еще сегодня не пил. Все, Сережа, это уже штук 10-12. Хватит. Оставьте в покое, я знаю. Я был во Франции. Он агрессивный такой товарищ. Не агрессивнее мускатного ореха. У нас еще тут... Это, чесночок сейчас пойдет. Так, мускат больше уже не пригодится. Пригодится. Зачем? А второй слой? Будет много. Не будет много. Чуть-чуть. Эх ты. Ну ты помнишь, как давно. Между слоями дадим твердый сыр. А потом сверху. Когда уже картошка будет готова, мы дадим полутвердый. Угу. Ребят, не обязательно разные, можете один сыр. Я, кстати, хотел попробовать сделать вот посередине сулугуни. Я думаю, тоже было бы очень вкусно. На потолще? Но у французов на потолще. Сулугуни нету. На обычную терку, да. Я думаю, ты лучше на доску на 3, а потом посыпешь. У тебя не получится равномерно здесь. Тебе не надо думать, тебе надо просто говорить последовательность. Вот и пёртый. Ты просто скажешь мне, когда хватит, да и все. Он самоуверенный, Марат. Ну видишь, он по краям не может сделать. Не может. Ну красиво. Ты мне скажешь, когда хватит сыром? Хватит, да? Распредели его, да. Есть, шеф. Не маловато? Еще чуть-чуть, да. Я вот сюда сразу немножко чесночка бахну. Какая-то. Все. Просто зачем мне доску пачкать, если то же самое я буду делать только с доски. А это уже сразу непосредственно... Все. Конкретно. Следующий слой картошечки. Полностью всю картошечку, если поместится, выкладывать. Топтать надо сверху, там садиться на нее, прижимать? Ничего не надо. Под собственным весом? Можно, знаешь, что сделать, вот пока ты не закрыл.
налить сейчас сливки, чтобы они проникли вниз, чтобы они недолго там пролетели. Вы прям все 2 литра туда вылейте? Нет, я думаю, литр с чем-то туда войдет. Я бы так еще на литре бы остановилась. Это очень жирные. Это очень жирные французские сливки. Сколько это процентов? 30. 33. Ой, Марат. 30, а 18 самые лучшие. Даже французы так говорят. Нет, здесь нужны, кстати, жирные сливки. Ты знаешь, есть вариант этого блюда, когда картошку отваривают в молоке, а потом заливают сливками, вот уже когда ставят ее. Угу. Слушай, как запахло. Ну, мне кажется, 1 литра с головой. Я тоже. Посмотрим. Такого мнения. Чтоб мы как это... Вы знаете, что это делается иногда и 3, 4, 5, 6 этажей? Да, мы знаем. В высокой посуде такой. Мы знаем. А это потом режется? Потом оно, когда остывает... Я когда работал в ресторане, ни один банкет не обходился без глютена. Серьезно? Так, да. И лазанья. В ресторане, да. Кстати, оно лежит отлично где-то около недели в холодильнике. Катя, что за кадры, елки-палки? Видели? Слышишь? Она живая. Обалдеть! Это только у Сереги так получается. Не, оператор же она. Это наше трио с вами. Слышишь? Это были три копы. Держи. Сейчас, дай. Одна просто... уже лопнула. Чпунь. Марат, я засунул. Марат, он засунул. О, осталась засунуть одна. Засунуть это не важно, главное высунуть. Ну, так... И высунул я тоже. Я и высунул. Вот так ты говоришь? Да, да, да. Все да, везде да. Проникло? Все. А вы видели, как красиво было? Да, шедевр. Mm-hmm. Ох, и вкуснячая, конечно, будет. Ты говоришь, будут ли это дети есть? Это дети только и будут есть. Очень любят дети, очень. Ага. Так, еще раз напомню, что 1:20 в духовке, да, она у нас будет? Это мы сейчас посмотрим. Да, за это время... Ребят, зависит от духовки, зависит от картошки. Через час берете, протыкаете ножиком, вилкой, чем-нибудь. Картошка должна быть полностью приготовлена, мягкая, абсолютно. Угу. Значит, готово. У кого-то берет час, у кого-то 1:20, у кого-то 1:30. Тут это не пирог, который может упасть. Достали, попробовали, завернули обратно. Уронили, подняли, опять да. все обратно подмели туда. Видишь, как мы угадали с картошечкой. Опять солить? Чуть-чуть досолим. Ну да, тут, в принципе, сладость сливок сыграет очень... Чуть-чуть резани мускатика. Меньше, чем в прошлый раз немножко. Резани чуханье? Давай. Все. Хорош. Опять пару листиков. О, это уже красиво научился говорить. Да. Правильно. Чуть-чуть я вот так сверху. Да. Вот так вот. Чесночка. Давай. Все, заливаем так, чтобы вот вровень покрыло картошку сливки. Мускат на место? А, еще все-таки, да? Конечно. Сливочки. А сыр? Не сейчас. Сыр пойдет полутвердый уже в конце. А, еще. Вообще в конце? Да. А печется на закрытой крышке? Нет. Первый этап? Открыто. И первый этап, и второй, когда сыр и до все корочки, открыто. Да? А, мы потом достанем и затрем сыром, да? Да. То есть сейчас она просто варится в сливках. Все, месье. Еще капельку добавь, не бойся. Она впитается, и сыр впитает, и выпарится. Отлично. Ё-моё. Вот это мне нравится. Вот это мачмала намечается. Да. Все? Все. Теперь, ребят, очень важный момент. Не в холодную. Надо сначала нагреть духовочку, что сейчас Сережа пойдет сделает. И уже в разогретую духовку мы это ставим. У нас тем более сейчас на улице емкость. Хорошая погода. Да. Все. Солнышко. А мы сейчас бахнем вот это вот. А мы сейчас бахнем. Гратен-то такое. А это, ой-ой-ой-ой-ой. Микрофоны, чупа-чупсы. Берегись. Оператор, самое время посмотреть, баба Катя на работе или нет.
Шо, а, ты смеешься, что Одесса не в той стране? Я все время забываю. О, на работе, елки-палки. Ты что? По 50 грамм, смотри. Ай-яй-яй. Карасики сегодня на привозе. Бабкатя. Я сегодня пробежал. Здрасте. Передал Марат привет? Все, тогда я спокоен. Все, хорошего дня. И звонить не буду. Гарного, да, настрою. А мы готовим. Что? Это французский жопен какой-то. Не, сейчас будем нашу курочку готовить. То такое, то для французов. Может пригодится кому на ютубе. Не, будет вкусно. Век на лодке не кататься. Все. Да люблю. Ага. Та ты шо? Ну шо? Шо? Как она заблестела? С чего начинается? Какое солнышко, оно прекрасное. Блин. А вы видели, там грибы выросли? Нет. Идем покажем. Какие? Ну, не знаю, какие-то. Поганки? Французские? Не знаю, я не разбираюсь. Слушай, как уже в огороде красиво. А я жду так весны уже, когда эти... Ты смотришь... Не, она ждет, когда у нее пионы эти голландские пробьются. Ага. Али нидерландские. Кать, да шучу я, шучу. Не, Кать. Нету, Сереженька. Да, куда идти? Сначала тюльпанчик, иди прямо. Ага. До самого... Смотри, все пошли на выгол. Ты бач? Вот возле пенька? Угу. Так это под пеньки. Или опянки? Опята. Я тоже так подумала. Нет, ну. Ребята, это не опята, это больше нам эти... Соплята какие-то? Маслины. Маслята. Маслята, да. Ох, еще. Ребята, маслины, а ну подскажите, грибники по-любому у нас есть там профессионалы. Что это за грибочки? Съедобные, нет? Хотя можем не ждать, а проверить. Слушай, а ту грибницу, наверное, надо рассыпать. Я почитаю, мы же ее не рассыпали из агромаркета. Вот там у нас теперь и сосенка, и береза есть, так что... Как положено, микроклимат нужен. Катя, рассыпай, я только за. Скажешь, где перекопать, я тебе перекопаю. Не, я просто посыплю. А тут ты уже копал? Слушай, как хорошо. Не, это было до меня. А может, это рыжики? Не, Марат. Может, и рыжики? Я не знаю, что там у нее с цветами, но у меня вот чесночок уже пробивается. А это тот тибетский? Это тибетский, тот круглый, что ты с Израиля привез. Не факт, это может тот, который я еще посадила. Кать, тот я перекопал и то, что не проросло, я выкинул. Это именно, вот ты посмотри, где напротив палочек все растет. Тут две грядки, то, что в агромаркете купили, такой же круглый тибетский, одноголовчатый. Клубничка, вижу, слава богу, все на месте. Ага. Да смотри, какие почечки уже на персиках набиваются. Да ты что, скоро меня из огорода не выгонишь, Марат? А груша какая? Марат, у нее по колено. Плоды. Вот такая японская. Вот увидишь. Ты что? Посмотри, какой корень у нее. Зачетный. Так, хорошо. Давай, хорошо. Все. Хорошо, так хорошо. Да, цигель, цигеля и люлю. Времени а нету. Своим цигелем. Так. Что так? Я понял. Немножко, Сережа, буквально вот две столовые ложки. Ну, 2,5. Марат, оно хорошее, а хорошего много не бывает. Да, оставь ты в покое. Что у тебя? Насосет его, лишнее стечет. Ай-яй-яй. Мы ж смазочку делаем. Что? Да, я могу уже руку пачкать или что? Ладно, потом. А это все специи куда? Все сюда? Все сюда. Ого, вы прям специи взяли специальные? Смотри, горчи... Ё-моё, что упало? Муска чуть в мусорку не уехала, ай-яй-яй. Мара, Катюня, запоминай. Сухой чеснок. Сухой чеснок. 2 чайные ложечки. Паприка обыкновенная. Прям с 3 ложечкой меряет, ёлки-палки, Марат. Да намерил, молодец, да. 3, остренькая паприка. Ложечку. У меня и каенская есть там это. Вот. Ого. Мне бы хотелось, чтобы оно было не острым. Оно не будет острым, Катенька. Филадельфия. Тут, в принципе, травки есть. И орегано, и базилик. Помочь? И та же паприка плюс горчица. Но горчицу я взял еще отдельно. Сикарно красиво там горчичка уложена. Ты бачишь? Вот так. Марат взял... Где наша горчичка? Вот. Марат взял горчицу и такую? Это та же горчица, мне просто я попросил помолоть немножко. Хорошо. Чтоб, ну чтоб да. Ты не мучился в ступке. Ступка ж наша занята, отдыхай маленькая, да. Не до тебя сегодня. Вот 2 чайные ложечки горчицы, ребят.
Ага. А сколько ножек было у нас? Килограмм? Полтора. Полтора. Здесь 12 штук. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Всем по две. Собственно, все. Мы ничего не забыли? Нет, это мы... Вас надо спросить, Марат. Нет, мы ничего не забыли. А посолить? Ваш... Ты если... Соль, правильно. Ты если бы сказал, что вот такой маринад... То у тебя есть готовый, так, да? Так я бы зашел и вышел. Там от Володи Галкина у меня лежит такой же шедевр уже готовый. Ладно, пусть лежит. Там еще есть и... Ну, зато людям будет понятно, что мы тут вытворяем. Точно, точно. А то многие интересуются, что в той баночке. А кто же Галкину знает? Галкину же не все могут по вот это вот... взять и позвонить? Царская морда. Ай-яй-яй. Да ты шо? Прям хорошо массажирует. Запахло нереально, брат, вообще. Вот это ты наколопуцал здесь. Гриль у нас вчера еще после кабака этого не проветрился. Прям каждое, чтобы того хорошенько. Гуся. Марат, кабак получился просто бесподобный. Уже, Сережка мне ты уже показывала, сам кабак я уже попробовал. И самое интересное, так красиво это было, вы знаете, он прям так просел, и он так красиво вырезал вот эти вот скибочки кругленькими. Такого прямо... внимания на Ютубе. Ну, не было, теперь будет. Да. Так что, ребята, все для вас. Ну, да. Выдержку надо иметь, чтобы его приготовить. Мы с самого утра. 9,5 часов. Потому что он большой. Она кабак уже, или гусь? Она бы уже забеременела бы и родила бы уже за время. Родила бы, так быстро бы не вышла. А забеременеть, конечно, не вопрос, Сереженька. Да. Нормально? Отлично. Ребят, это можно сделать на обычном мангале на углях. Вот этот рецепт подходит. И в духовочке, наверное, и тоже, да? И в духовочке, да? И на гриле сейчас получится тоже шикарно, я уверен. Но мы же не будем... 10-15 минут отдохнуть, дать промариноваться. Точно. Мне так нравится, когда там пых-пых-пых. И мне тоже. О, четвертый контур. Ху-ху! Шо? А не шо? Чистоган. И готов. Тихо, не брызгаться. Так. Ну что, немножко нагреется? Хотя это не духовка. Здесь происходит все это за мгновение ока. И щепу. О, точно. Так, окна закрыты там? Она у меня есть. Мы решили, ребят, немножко подкоптить. Слушайте, а у меня вот тут идея возникла. А говори. Есть уличные вытяжки? Да. Конечно же. На улице вытяжку надо. Не, ну я не к тому, что прям надо бегом ставить. Просто мне интересно стало. Есть? Да. Балованная стала. Уже на улице вытяжку. Марат, я не говорю, что смотри, я ее буду ставить. Это вот такая вот штука сверху. Внутри вентилятор. С моторчиком вот там где-то. И ты себе... Привет! Песни поют. Ла-ла-ла. Убежала зёпа. Работаем на серединке, по бокам щепа, да? Да. Я предлагаю одновременно это сделать. Потому что я хочу, уже насыплю. Ладно, вижу по глазам. По глазам вижу, хочешь. С грилем работаешь ты. Ты лучший специалист по грилю. Поэтому как ты считаешь нужным, так и делай. Я считаю, что надо вообще два раза, как добавлю, как добавлю. А я пойду в духовку. А, вы не подглянете, Маратик. Тут человек стоит. А ты скажи отойти, она отойдет. Она очень знает. Она очень знает. Шо, Марат, как дела там в духовке? Супер. Да? Все. Все больше ни слова. Ха-ха-ха-ха. У меня здесь тоже уже, смотри. Прямо все в красивейшем тумане. О! Приятнейший, легкий звучок такой, шкварчание. Будем жарить не агрессивно, да? Нежненько вот так, чтобы получилось торопиться не надо. Сочно и красиво. Хотя на таком гриле всегда получается и сочно, и красиво. Ой, какие эти... Тихо. Вкусное копчение. Ништячки? Да. Сейчас я закрою, я хочу немножко этой подливкой чуть-чуть, чтобы она... А, ты закроешь, вот оно будет там под закрытой крышечкой? Конечно. Ну, копчение вообще происходит в закрытом состоянии. Все. Готово. Полюбовалась, любовь моя?
И хватит. Ах, ты запачкался, я тебя надраю обязательно. Кто бы сомневался, Сережа. Ты что, так погода уже такая, говорит Серега, выкатывай его туда куда-нибудь. Отсюда подальше и со шланга. Как дай ему вот этой жидкостью. Я выдалю будь-який жир. Давид. А он же такой дом. Ну ладно, говори. Звонил Давидка вчера. Привет вам огромный передал. Давидка, если нас видно. И мы тебе таки шлем шалом из Одессы. Скучает, скучает. А он, наверное, больше всех у вас там в Израиле скучает за Одессой. Это точно. Мамин сыночек, потому что. Ну, Одессы мамы, сыночек. Да. Эх, очень ты. Очень скучает. Скоро приедет. Ага. Еще чуть-чуть. Ждем. А знаешь, какая сейчас, представь, сейчас сидит Давид. В его любимой позе, в наушниках. Вот так вот. Смотрит этот момент. И у меня сейчас такая улыбка на лице. Ты что? Катя, отсюда какой шедевр, обалдеть, тебе не видно, но это видно. Класс. А сделай теперь то же самое, только наоборот. Идем быстренько, рассекая воздух. Покажи, как это выглядит отсюда. Марат, ты как ежик в тумане, елки-палки. Я балдею. Мне так нравится этот запах. Я не знаю, Катя, как что-то там. Это. А, я тебе сейчас почитаю, что это за запах. А что ты, кстати, поклал сегодня? Сегодня? Положил, Марат. Черешня. Есть яблоня, есть дуб, есть вельха. Сегодня именно черешня. Ах, ну, чувствуется, что черешня. Класс. Ребята, с Гриликса, спасибо вам огромное. Катюня, ты будешь сегодня ехать, баллоны заправить? После жизни запасной. Есть, товарищ командир? Самое главное, что я перечницу принес, и мы не поперчили. Но там есть сирача. У-ху! Да никогда не поздно, родненький. С одной стороны, оно же даже еще вкуснее. С другой стороны, о. Как говорит Катя, покласть, правильно, свой перчик? Положить. На эти шикарные положить, ножки. Сережа, положить. А в данном случае, когда шикарные ножки, какая разница, да? Куда свой перчик покласть? Класть я хотел. Правильно. Или, ладно, закрываем, не проветриваем. Ай-ла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 й
Смотри, тарелья имеется. Ну кто ж придумал такой шедевр? А люди там нам подсказывают в комментариях, что вот этот вот крючочек, это не просто крючочек. Так. У тебя эта баночка с огурчиками, ты огурчики вылавливаешь, что подхватываешь. Сам не знал, я же думал, что она только для этого, а оказывается, еще и для того. Хочу я, слышишь? Ну да, я хочу. Наверное. Слышишь? Что-то там, да, тарахтит. Или что? Слышишь, тарахтит. Угу. Это к нам посылка от Марины едет. Марат, мы заказали всего по два. Две баночки помидор, две крыжалочки. Это на субботу. Две, четыре магнитофона импортных. Что-то там с портсигаром еще было связано. Да, и все это оно. Не, ну тут же чего-то не хватает. Пока у нас там жарится, хочется сделать картину масла. Мне таки Юрочка голосовое прислал. Да, Серега. Да, именно такой приятный голосок. Ты что, говорит, я не знаю, что ты там в своих видео делаешь, но люди мне не звонят, короче, уже там, я даже уже не знаю, сколько людей заказало вот эту вот капусточку. Ребята, вот вам Юрочка, на самом деле не пожалейте, да и не благодарите, просто кушайте, будет вкусно. Что он делает, что он делает? Ты посмотри. Я, говорит, усим, даже тому, кому не получается отправить, рецепт рассказываю. Не знаю. Смотри. О! Картина масла. Марат, иди закусюй. Смотри, даже капает. Уже все. С конца, елки-палки. Пись. Наливай себе, у меня для тебя закусь есть. Еще и волосатая, ты понял? У меня уже тут закусь есть тоже. Катюня? Глаза и носик, Сереженька. Тебя на прицел, ну конечно же. Ох, Марат, помидоры сочные, спасибо Юрочке и Мариночке. Так. Так, я могу идти? Куда собралась? Ну. К Юре помогать. Кочаны гонять. Нет. Я не знаю, но капуста, понятное дело, где он берет огурки. Вот я тоже об этом подумала. Это секретная тайна. Что? Что, Марат, пора переворачивать? Да нравится ему все. Идем сколько? Я температуру смотрю, отлично. 150, чисто шики-блески, елки-палки.
Всем здоровья. Спасибо, родненький, и ты не хворай. Я вчера вот его гуся в кабаке, вот мы шли, у нас крейсерская была 120-130, понял? Играл... Когда я его прошу такую температуру держать, он всегда лупит. А когда он без меня, он делает крейсер. А мы просто ну, мне же надо тебя всегда слушать, молчать, не торопиться. А вчера тебя не было, я тут делал, что хочу, елки-палки. Я тебе там столько привет вчера передавал. Эх ты. Посмотрите. Кайфанешь. Обязательно. Сегодня вечером выйдет. Да. Что ты говоришь? Ты что-то хотела сказать? Тебе куда надо идти? Ну, пойду Миланю нянчить, Алексея посажу, уроки пойди, учить. Сыром покорми ребенка, там осталось. Не, ну надо ее покормить едой. Только сыр не перепутай, тот второй сыр не бери, он нет, нам еще понадобится. Второй сыр нам нужен. Да, хорошо, нужен ребята, богато. Не все, волнуйся. Мы тебя ждем, да. С нас для тебя шикарная ляшка. Спасибо. Две. Спасибо. Одна от Марата, одна от Сережки. Как там этот... Ты мне рубль должен в Афоне. А я родственник. Две. Два рубля. Два. Давай. Беня, Бенечка, мамин мальчик красивый, Беня, Бенечка. Ко мне, ко мне, Беня, Беня, ко мне. Беня, вот вообще необразованный кот, понял? Красивый, очень, но... Да, очень даже образованный. Это же не собака. А рыжий у меня собака, просто мы его закрыли, он гавкает, короче, елки-палки. Так, где, что? О, вот, сыр. Ох, там и красиво, Марат, ты обалдеешь, сейчас все обалдеют, а? Прихваты. Сейчас аккуратненько хочу. А, она занята там этим. Вот девочка, ты помнишь? Ты куда? В опер не собираешься, а? Ай-яй-яй, принцесса. Там модная у нас растет. Так, ну-ка, аккуратно. Катя, ты только не засовывай этот телефон, треснет. Ты посмотри, как красиво. Божественная красота. Ай-яй-яй. Миланюшка, Мараджан, иди, иди стой на шухере. А я аккуратненько сейчас буду этот шедевр доставать, чтобы туда в него сыр добавить. В принципе, это шо? Можно употреблять, но сыр, сыром будет еще вкуснее. Ай-яй-яй. Ну так нам надо, чтобы вкуснее было. Ребята, спасибо за прихваты, слышишь, реально работают. Я не знаю, что вы туда добавили, но геть не горячо. Ай, Марат, Марат, Марат. Давайте без меня, я с ребенком. Все, давай, страхуй. Короче, просто верхний слой. И еще чуть-чуть. И синий, прям тоненький слой. Так я прямо на тоненькую терочку, тоненьким слоем. Да, прям на тоненькую, да. Он сейчас будет кучерявиться и сразу плавиться. Ням, вот ням, это ням. Шикардос. Ребенок уже говорит ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Так слышишь? Как пахнет. Как пахнет. Сейчас и попугай скажет. Ням-ням. А, наш попугай ничего не скажет. Заговорит. Зарисуйте свою вытяжку, слушай. А, да прям, что ее зарисовал? Да вытяжка как вытяжка, елки-палки. Это я вечером пойму, Марат. Венечка. Куда нажимать? Прям Венечка пришел. А? Ай, ты красавчик. Не-не, он хороший. Чего ты его ругаешь? Это же рыжий непослушный. Серый послушный. Послушный, Миланюшка. Серый послушный, да. Да-да-да. Ему скажи, Беня. Так, как говорит Марат, по углам. Вот так вот. Сейчас. Тонким слоем, Сережка. Маратик. Он у него уже расплавился. Тонюсенький. Бабам! Да, бабам! Водичка, бабам! О, Катюша, ты тоже готовишь? Очень приятно, Марат. И она подключилась. Скажу, что с вами готовила. Все, вот так вот. Хватит. Побежали, побежали. Сколько ты сказал, еще на 10 минут? 7-8 минут. А, ешкинку, давай, ни туда, ни сюда. Маратик, я теперь включаю верхнюю... Верхний гриль и добавь температурки где-то 190. Хорошо, где тут верхний? О, чистоган, только верхний. Температура 190. Возвращаем обратно. А курица там уже такая готовая, что пипец. Обалдеют все. Даже французы. Опача, давай. Вот так вот. Все. Сколько? 32? Короче, когда будет 40 минут, будет уже... Пойдем туда. А что туда? Может, сюда? С курочкой кушать. Ты думаешь, курочку сюда? Ну да. Так хочется на улице, ешкин ты кот. Да мне же раздеваться надо, но же жарко у нас дома. Все. Опять готово. Марат, ты там этот, сейчас откроешь мне дверь, я как побегу, побегу. Я на старте. Давай, главное, чтобы через забор не сидел. О, 39, короче, почти минута в минуту, да? Все, я здесь шо?
выключаю температуру. Где тут? О, и тут выключаю. Ёшкин ты, как красиво кот. Может, прямо с решеткой понести? Или за ручки? А ладно. С решеткой бери. Да, родненький, сейчас я этот... Я закрою духовку. Стой, Катюша, это... аккуратно. Ты сам, да? Я сам, да. Ты в тапочки прыгнула уже? Я Боже мой, какая корочка, передай все. Марат сказал, что по-французски гратен переводится горбушка, что ли. Не ху, а именно этот. Открывай давай, на шухере он стоит. Так. Боже, какая красота. Да ты что, нереально. Мюсье де Фульюа. Как переводится гратен? Ну, что-то типа запеченного вот такого вот... Все, ой, вы еще те французы, я вам скажу. Я с тобой согласен. Ёшкин ты кот. Бомбиссимо. Так, эх ты. Тарелки французские? Надо почитать. Не, английские, по-моему. Немецкие. England. Это Марата. Не, а моя точно французская. Да ты шо? О, вы сегодня две зелененькие взяли. Вилка. Не знаю, так получилось. Шо? У меня же даже еще и шпатель есть французский. Быстренько. Чтоб удобно было нарезать. Подожди нарезать, ты давай. А, курочку попробуем? Курочку. Там Марат, я так проголодался, что уже не знаю, куда бежать, елки-палки. Вот ребят, должно постоять. Вот и не ешьте, пусть постоит. Блин, какая наглая она у тебя. Слушай, потому что любой нормальный себя уважающий французский повар бы сказал, что ребята, ни в коем случае, на горячую, это все расширяется, теперь даешь 10 минут, оно потихонечку остывает, сужается, ну физика, елки-палки, сужается, и весь этот соус в себя насасывает картошка. Эх ты. Два слова скажу, ребят, вот если у вас оно осталось, холодильничек, потом достали, оно шикарно разогревается, может стоять в холодильнике до недели. Наверное, холодное вкусное. О! Боже мой, боже мой, боже мой. Мюсье. Слышишь, они вроде бы с виду такие себе, но я чувствую руками, да, что это шикарные. Прямо а шикардос какие. Нам с Маратом. А что, ты тоже хочешь? Ты же две тарелки приготовил. Ладно, да мы, короче, по-братски, мы с, слышишь? Мы с одной поедим. Мы с одной гратен будем есть, а с другой вот эти... Я тебе покажу. Ребят, шикарно подойдет печеночка, любой стейк, любое мясо, любой вид мяса подойдет под это. К этому мясо. Шикарному гарниру? Да. Катюня, ты башки сочные. Ёлки-палки. А, Марат, прямо тоже мед какой-то. Смотри, ты бачишь, как гриль жарит? Или это Марата этот? Я прям чувствую копченость. Да, я оторву кусочек. Ты можешь и... И всю эту штуку в себя засунуть? Все, насыпай гратен. Ладно, договорились. Опять надо руки мыть. Вкусно? Шо? Бомбиссимо? Я не знаю, что будет вкуснее. Давай, Катюня, давай, насыпай гратен тебе сказали. Кушай, моя хорошая, кушай. Чуть-чуть. Да тут много и нет. Какая корочка взялась? Это надо чем-то бензопилой какой-то резать. Или серейтерным ножом. Каким? Слышь, какая корочка? Марат Джан, очередной шедевр. А я уже в курсе. Слышишь, скажи мне, звони во Францию, да, по любому номеру. Да. Скажи, что мы будем выступать. Хорошо. Представлять Одессу маму. А. Просто. Да лучше бы ты взял лопаточку, мне кажется, нет? Да ложкой можно, Катюш, просто. Чтоб не выпендриваться вот этого. Она же подсказывает. Мараджан, подставь тарелку, родненький. На, вот так вот держи. Держу, держу. Потому что мы еще не накладывали. Нормально. Посмотри на этот нежнейший шедевр. Йоханный бабай. А ну-ка, раздвиньте. А целостность осталась, господа. Видишь? Французы. Куда же она денется с подводной лодки? Ах, плывет, течет, потому что еще она горячую не зафиксировалась. Так, а зачем ты два прям положил? Она не остыла немножко. Она не остыла. Ну ничего, ты же что сказал? Да. Чтобы она остыла. Что, то держи руками. На, вот сюда ставь. Так. Как слышно прием? Нормально?
Ребята, ваше здоровье. А я картошку попробую. Серега, какая-то бесподобнейшая курица. Ёлки-палки. И чесночок, все. И... Все ощущается? И орешек. Слушай, ты видел, как она валится? Короче, ребята, это какое-то пюре из чипсов получилось. Ой. А аромат, что в том ресторане пятизвездочном, в котором я работал, это гайки и брависсимо. Да, слушай. Я закрываю глаза, и я опять весь в белом. Черный низ, перчатки. И я такой с тарелей вываливаю. А вокруг... А вокруг человек 80, а то и 100, все сидят такие богатые. В брионе. Все сидят такие богатые, да. И ты я... такой вываливаешь на костюм кому-нибудь. И я их всех кормлю. Кать, да за все время ни разу, ты что? Ну, не, были случаи там, да. Ребята мои там на костюм, на брионе. Скидывались. Устриц. Устричный соус, понял? Ляп. И-а! Ну ничего. Дай бог здоровья всем. Аккуратно, горячее. Да ладно, я помню. Марат, лягушачьи лапки не такие вкусные, как этот гарнир. Как ты подуй. Рот открыл. Сереж, дуй ему. Нормально? Вентилятор. Вот уже второй раз пригодился. Ребят, это очень вкусная штука. Так и с ним согласен. Говори. Кому надоела обычная картошка, жареная, пареная, вареная, попробуйте сделать вот эту штуку. Это очень-очень-очень вкусно. Бомбите по-французски. Короче, друзья, кицы души, с хорошим настроением. Для вас приготовили вот такой гратен, что-нибудь на гриле. И самое главное, где бы ты ни готовил, чтобы картошка была из Одессы мамы. Правильно? Да. Всем хорошего настроения, Мараджан. Тебе благодарочка. Всем пока-пока. Чао.